Дорогие мои, снова я вас витаю. Сегодня свято Преображение Иисуса Христа. Витаю вас всем святым. Свято это повсюду, всемирно. Свято везде, календарь 19 серпня, августа это свято. Хай вас Бог благословит, чтобы мы всегда были преображены Господом. Ну что, дорогие, сегодня пятница, и благодарю за наших друзей Олейников. Это брат Юра, сестра Ирина, город Джексонвилл, штат Флорида. Теплый край, да, мне очень понравился, я раз был там, не помню. Короче, одним словом, очень понравился, может, даст Бог житя, может, шикулись попаду. Поэтому дякую вам, друзья, за ваше доброе сердце, за допомогу, хай вас Бог благословит, дуже-дуже рясно, и в вашем житии будет все прекрасно. Также мои незаменимые друзья, наши предприемцы, пекари, семья, пасочники, Андрей Николаевич, Ирина Борисовна, вы знаете, как я вас поважаю и люблю, хай вас Бог благословит за ваше доброе сердце. Когда люди сегодня стараются каким чином хоть пару гривен зарабатывать обманным любым путем, сегодня вы жертвуете, это ваше благословение. И запомните, Библия говорит, благотворящий бедному дает займи Господу, и он воздаст за благодеяние его. Хай Бог вас благословит и воздаст старицу. Дякую вам. Ну, конечно, я не могу молчать. Церковь Логос, место Варшава, это Польша. Я благодарю, что Господь расположил эту церковь. Благодаря их пожертвованию, где пастором является Карен Исоян. Сегодня мы имеем палево и можем ездить до наших друзей, которые чекают нас и не могут дочекаться. Ну, сейчас трошки у нас время есть, але ничего, чем раньше раздамо, и они уже будут добры. Смотрим вперед, едем вперед, дивимся вперед. Дивимся вперед. Так, мы сейчас подъезжаем, друзья. Подъезжаем. Стоит нам на дороге, троллику надо как-то объезжать, а тут я мечта. Так, добре. О, опять закрыто там. Так, ну что? Синева Сирочука, день на родине. Кто такие? Сота? Угу. Тоже. Добре. На свято родился. Вот слава Богу. Продолжаем, друзья, продолжаем нашу беседу, поэтому хай вас Бог всех благословит. Зараз мы помолимся, попросим Божьего благословения и получим сегодня. Мы трохи пораньше приехали, але думаю, ну то что сделать, все равно вы никуда не убегаете, вы на месте. Так что взываем до нашего Бога, закрываем свои глаза, открываем наши очи и звертаемся до нашего Бога. Глаза закрываем, а очи открываем.
Дорога милосердный Отец, мы Тебе сердечно благодарим, Господи, дякую за наших друзей. Благодарю Тебе, Господи, за пасушники Божие, дякую Тебе за олейники, Господь, дякую за церковь Логос, Господи, в Варшаве Божие, и за брата Калини Стояна, пастора церкви, за расположенное сердце этих членов церкви, Господь, благословляет и помогает нам. Слава и хвала Тебе, Боже. Благослови, Господи, раздачу хлеба, благослови Татьяну Евгеньевну, Тамару Степановну и всех наших пенсионеров, Господи. Всем все просим во имя Иисуса Христа. Дякуем Тебе, Господи, что Ты благословляешь и даешь нам мирное небо в наших краях. И по всей Украине просим милости. Благослови, Боже. Во имя Твое будет возвеличен Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, суши на небесах. Нехай святиться имя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Аминь. Хорошо, друзья, приступаем. Хай вас Бог благословит. Открываем. Так, ласка. Знаете, это место, тут нельзя стоять. Надо тут здесь. Так, друзья, все, продолжим. Наше напоминает, друзья, потому что первые частины, там что-то, как говорится, что-то случилось и перестало... Да, да. Нет, вас нищих снимаем. Вот данное что-то говорите такое неугодное. Значит, напоминаю, что первая частина что-то тут сбивается. Почему-то в этом месте все время сбивается. И у нас получается всегда по две части. То иногда одну удаляю, первое начало, а потом, ну, все раз решили не удалить. Просто получается два куски. Ну что, еще раз напоминаю, что акцию проводит благодарный фонд «Видвага». И благодарю наших друзей, это семья Олейников из города Джексонвилл, штат Флорида, брат Юра, сестра Ирина, их многодетная семья, нас благословит уже не один год, чтобы наши пенсионеры отримали хлеб. Это большая поддержка, хай Бог благословит. Также благодарю пасочников Ирина Борисовна Андрея Николаевича за их добрую справу, доброе сердце, что они расположены. И нам дают бескоштовный, мало того, печут смешный хлеб, еще бескоштовный булочек. Это теж великий привилей и добрая справа. Также благодарность церкви Логос. Я их не знаю, друзья, но их знает Господь за их расположенное сердце, где они сгодились, согласились с церкви, підтримати нас диспаливом. И я дякую пастору Карене Стояна за то, что они расположили, за то, что они... За то, что они имеют такое шире бажание, это добрая справа. Хай вас Бог благословит, друзья, мы дякуем вам. Ну что, продолжаем нашу это. Я также, друзья, у меня есть привитание. Я хочу благословлять и привитать брата Василя Радчука. Это пастор церкви село Здобиця. Брат Василь, бажаю Божьих обильных благословений, брат. Я дякую Богу, что есть такой брат, что ты сегодня, Бог тебе використовывал неоднократно для исцеления, для освобождения богатых людей. И в том числе ты неоднократно молился за мою дружину. Я дякую и за тех, которые я приводил, никогда не відмовляв и всегда поддерживал, молился, и Господь всегда вышел навстречу. Поэтому, брат Василь, хай Бог грязно благословит. Так что, друзья, приеднайтесь, привитайте брата Василя Радчука. Хай Бог его благословит и его многодетную семью благословенно. Там 16-17, я уже сбился счету, но вот такая. Все равно, нам приятно, брат, приятно, что мы чули такую новину. Твоя сваха между нами кажущими мне сказала, так что она тоже приеднается. Ну что, друзья, вы сегодня уже отримали много информации. Наши пенсионеры, как говорите, они вот идут. Сегодня у меня селфи-палка на здоровье.
електронна, скажем, у мене давно як була. Вітаю вас, вітаю. Ждем вас неділю. Бачите, я забув об'явити. Добре. Так, це наші прихожани. Ходить собрання. Напоминаю, що неділю 2 часа собрання. Так, не могу понять, почему там сбивается. Я на том местности, вот, что-то брата я не вижу. Брат Шимо, где ты есть, брат? Что-то тебе не видно. Мой брат регулярно на здоровье. Регулярно смотрит своей дружине на здоровье. Приходите, хай Бог благословит. Своей дружине Донарой. Ну, сегодня что-то я их не вижу. Що, проспали? Ну, але в Арменії ще набагато... До побачення. Так, люди задоволені, це приємно. Бачите, як плавно знімають, плавно. Хорошо, тільки навчитися пользуватися. На здоров'я. Тільки навчитися пользуватися і буде все хорошо. От крути, вертай, він завжди залишається на тому рівні. Це дуже добре. Ну що, будемо постаратися навчитися, щоб все було. Я це давно купив, але не міг використовуватися, не знав, як пользується. Напоминаю, що благодійний фонд ВКГ. А вас какая разница вам? Не, ну вам какая разница? Не, ну странные люди. Чего снимаете? Ну, как будто я его снимаю, как будто я зашел в его территорию. Это мое служение, это видеозвид. Я себе снимаю, что эти люди видели, куда пошли их гроши. Нет. Одна женщина пришла. Что, нищету снимаете? Ну, она такая богатая, что прямо. Ну, але що поділиш? Ну, кожен має щось робити. Одні щось роблять, другі жалуються, треті критикують, четверті там все, що зроблять. Да. А ми знаємо своє діло. Тамара Степановна. Так, ну что, о, Шимо появился, брат, наконец-то, я уже переживал, думаю, где ты пропал? И Виктор Стихарчук заявился, ну, братья, где вы так долго? На здоровье, хай вас Бог благословит. Я уже дивлюсь, ни одного знакомого лица, Шимо где спрятался, я уже думал, что он уже спит, а он, оказывается, тут на месте. Ну, да, дякуємо, слава Богу, що ви тут бодрствуєте, друзі. Віктор, давно тебе не бачив в нашому ефірі. Друже, почасто общаєшся, созванюєшся. Ти знаєш, що ми досі на вулиці, ти ж член фонду «Відвага». Там шукають двері, стукають влади, щоб чиї серце було розположене, щоб допомогли нам. Бачиш, як так робити? 10 років кормили бездомних людей. 10 лет дбали, люди у нас жили, взяли, вигнали всех. На улицу уже половина померла с тех. Ну что сделаешь? Жаль, конечно. Так, ну что, друзья, на чем я заканчиваю нашу трансляцию. Дякую Богу, что вы были с нами. Дякую Богу, что вы есть. Хай Бог всех вас ясно благословит. Так что оставайтесь с Богом. Да поможет всем вам Бог. Это был служение Церкви Двага. Я був з вами Санов Касян, пастор церкви Двага, Тетяна Євгенівна і Тамара Степановна. Саме найкращого, з віром Божим. Дякую, Виктор.
Дякую, що ви моя.